меры принимались или какие должны приниматься к коррупционным чиновникам? По какому принципу решать, что вот данный человек будет есть, пускай это будет там Форт Мондео. На Конгрессе от таких вопросов не убежать и не скрыться. Трудовая молодежь не просто слушает, но активно участвует в дискуссии. Конгресс собрал 350 самых активных со всей республики. Они обмениваются своим опытом, коммуницируют, обмениваются контактами. И таким образом, весь положительный опыт, который у них есть, они адаптируют на все районы республики. Конгресс организовал Республиканский центр студенческих трудовых отрядов и Союз молодежи и предприятий. На вопрос отвечают общественники, представители министерств, и это далеко не все спикеры. Самому узнать, во-первых, насколько знает молодежь наши проблемы, да, они же в других сферах работают, и донести до них про наши проблемы, про нашу жизнь, чем мы живем, лесоводы. Это схематичное изображение основных проблем проекта. Пока одни спорят и спрашивают, другие готовятся к защите проектов. Ольга Бондар с идеей о новых учебниках химии вышла в финал. По словам молодого учителя, этот конгресс удивляет всем, от локации до спикеров. Все спикеры очень интересные и очень точечно подобраны на каждое направление, на каждую сферу деятельности отдельно. Поэтому большое количество вопросов от всех участников форума, от всех участников конгресса. И, конечно же, организация – это замечательное, потрясающее место. Я никогда здесь раньше не была. О проблемах сегодня говорят в Свияжских холмах с видом на горнолыжный комплекс. Учителя, работники сферы культуры, крупных предприятий и трудовых отрядов. Участникам команды Андрея Кубышкина нет и 30. Приехали из Нижнекамска. Познакомиться друг с другом, да, обменяться опытом, найти что-то новое, найти какие-то пути решений каких-то злободневных проблем, построить для себя какие-то новые задачи, ну и, конечно же, послушать опыт тех спикеров, которых пригласили. Данный конгресс для меня дает видение проблемы именно с глазами молодежи. Те вопросы, которых интересуют, те темы, которых интересуют, все это здесь можно услышать от первоисточника. Конгресс молодежи продлится до завтрашнего дня, а перед закрытием определят лучшие проекты по 7 направлениям. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.